Нормально. Причем на русском языке, понял? Наша тема с тобой будет. Ну неплохое. Я. Сейчас дождусь момент. Начал мальчика. Нет, начал мальчика. Говорит, что за экране. А, старик детей не страшно. Не опускаем головы, волосы лишь белые. Мы уже на все готовы. Приборы настроения, это микрофоны. Все на уме. Бегай до игонора, жить на грани. Не опускаем при этом руки. Целуют нам их девушки и то от руки. Разводят грани, да? Негатив держа в огне. Все с кольцом, выпивай. Пошлятины в уме. Не мой принцип выносить кому-то мозг и голову. Применяться говорить, что я жил в голоде. Кидать слова про где-то, кидать про деньги. Кидать в рототу, про сети хочешь, тюрьмы сеть. Не, понимаю, да, но... это точно для кого-то важно. Для своих языков повысить рейтинги продажи. И для тех, кто кидал мне камни в спину. Я знаю, ты дорогой, они сейчас кинут. Рассказывать о девушках, о своих подвигах. Ты хвастаешь победами, это дело гопник. Я признаюсь, любви только один раз. Это недавно было, не касается вас. Мы живем так, как знаем, чего хотим. Не строим из себя гэнгста. Никого ни мне не учимся, а уже знаем, как жить, где нужно. Мы молчим, мы знаем, где переборщить. В своих делах я всегда знаю свое слово. Где кому что громче сказать, и где не особо. Я привык жить больно на скамье школьной. Давно это было, не вспоминай больно, без наездов. Но я наезжаю лишь на тех, кто кидает массы бред. Для меня это смех, все играет на нервах и сыт в уши. Но море правды и только для правдивых душа. Мы раскачаем любой клуб, когда мы рядом. Мы раскачаем любой клуб, когда мы вместе. Выстрелы за обоймы грамотным снарядом. Все люди, что с нами, все из одного теста.